Любовь? Это когда ты в кого-то влюбился, и у тебя прям сердце вырывается в эту любовь. И тебе прям хочется за ней пожениться. Это когда дают цветы, когда... Любовь — это когда друг друга любят. Например, ребенок маму или бабушку, или мама ребенка. Какие-то люди встречаются и влюбляются. Любовь — это когда человек любит другого. Когда человек любит другого. Вот это надо подумать.